16-й год. 25 сентября над Богородским кладбищем развиваются флаги Организации ветеранов боевого братства. Матери и вдовы со всей России съезжаются сюда, чтобы вспомнить сыновей и мужей погибших при исполнении воинского долга в Чеченской республике. Траурный шаг почетного караула придавал особую торжественность следовавшей за ним колонне матерей, вдов и друзей. Венки и цветы, возложенные к подножию главного монумента, лишь малая толика того, чем мы обязаны этим молодым парням, отдавшим жизнь за наше будущее. Как подчеркнул глава Ногинского района, память – это наш главный долг перед теми, кто лежит здесь, и что Богородская земля всегда будет помнить их подвиг. Много еще неизвестных остается на этом поле, но есть надежда, что когда-нибудь, благодаря кропотливой работе боевого братства, матери и вдовы, приходящие сюда 16 лет, обретут, наконец, сыновей и мужей. 26 лет потеряли своих сыновей, и все эти годы, к сожалению, не могут найти. Да, кому-то повезло, из 266, которых захоронили 16 лет назад, до сих пор, к сожалению, 118 неопознанных. Работаем, верим, ждем. Ну, не все в наших силах, теперь только вера в Господа Бога, в удачу, и пусть хоть кому-то, девчонкам, еще повезет. А пока пусть цветы и людская память оберегают покой тех, кто полностью выполнил свой гражданский и воинский долг. Пусть их пример вдохновляет юное подрастающее поколение.